Дорогие друзья, с вами программа «Дорога к храму» и рубрика «Как быть». Сегодня рубрику «Как быть» проведу я, священник Павел Кирсанов. Сегодня мы порассуждаем с вами о том, как быть с тем, что православные священники, увы, не ангелы. Многие верующие люди, да и не только верующие, смотрят на священнослужителей как на тех, кому очень много дано. И потому, конечно, они должны быть выше всех остальных христиан в нравственном отношении, да и, наверное, в каких-то других отношениях. Давайте разберемся, что к чему. С одной стороны, действительно, о том, что кому много дано, с того много и спросится, говорил сам Господь. Действительно, в самой православной церкви есть некоторые нравственные критерии, согласно которым кандидатам в священники предъявляются строгие требования. Скажем, если обычный христианин совершит какие-то тяжкие грехи, например, убийство, и потом покается, он может оставаться христианином. Если же убийством запятнает себя кандидат в священники, он никогда не сможет стать священником. Поскольку не необходимо каждому для спасения становиться священником, то поэтому и требования к священникам в самой церкви несколько строже, чем ко всем остальным христианам. Однако происходит это совсем не потому, что священники якобы априори должны быть ближе к Богу, чем остальные христиане. В православной церкви как раз есть твердое мнение о том, что личная святость и способность к близости с Богом никак не зависит ни от сана, ни от пола, ни от возраста. Также само православие вполне реалистично смотрит на тот факт, что любой священник всегда остается человеком. Мы не пытаемся претендовать на то, чтобы по определению быть безошибочными, непогрешимыми, безгрешными. В ряде молитв, которые священники произносят на главной службе, на литургии, о самих себе, содержится мысль, что поскольку никто из людей не может быть сам по себе достоин стоять лицом к лицу перед Богом, то Бог сам совершит через священника божественную службу и подаст благодать верующим. Вообще, мнение о том, что священник после того, как стал священником, уже перестает быть человеком, не то чтобы даже не православное, а вовсе не христианское. Такое мнение скорее характерно для шаманизма, в котором шаман, как раз-таки становясь шаманом, полностью пожирается некими духами и перестает быть человеком. Священник же в православии — это не шаман, не некий проводник в мир мистики и духов, имеющий к этому иммунитет, а пастырь, который лишь помогает в деле спасения людей главному пастырю — Иисусу Христу. Хотя священник и должен быть на шаг впереди остальных людей, но тем не менее он и сам в их рядах, в рядах тех, кто нуждается в благодатной помощи Божией и спасении. Замечательная мысль содержится в рассуждениях великого святого Иоанна Златоуста. Если бы священническое служение совершали именно ангелы, безгрешные и непорочные, то никто из людей не вошел бы в храм. Вряд ли бы они вытерпели наши немощи, не зная, что значит быть человеком. Священники же избираются из обычных людей и продолжают таковыми оставаться, неся свое служение. Оставаясь плоть от плоти своей паствы, они могут и поэтому призваны сострадать обычным людям, призваны понимать их. Мы все люди и всегда связаны друг с другом и друг на друга влияем. И в этом есть промысел Божий. Вот такое рассуждение по данному вопросу, дорогие друзья. Дорогие друзья, вашему вниманию мы представляем пять фактов о священстве. Факт номер один. Священство православной церкви делится на три степени. Диакон, священник или иерей, пресвитер, и епископ или архиерей. Диакон считается священнослужителем, однако без участия священника он не может совершать богослужение. Священник — это тот, кто призван совершать все богослужения и таинства православной церкви, кроме таинства священства, то есть поставления новых священников. А епископ отличается главным образом от священника тем, что он может поставлять новых священников. Факт второй.
Внутри каждой степени священства есть различия по принципу первенства чести. Первенство чести означает, что некто находится выше в иерархии, при том, что формально равен своим подчиненным. Например, внутри третьей степени священства, в епископской, есть следующие различия. Епископ может именоваться просто епископом, или архиепископом, или митрополитом, или патриархом. И хотя патриарху в некоторых вопросах подчиняются другие епископы, патриарх, по данной ему благодати, является таким же епископом. Факт номер три. Православный священнослужитель, в отличие, например, от католических священников, может быть женатым и иметь семью. Только он обязан определиться с этим вопросом еще до принятия сана. Так, поскольку священство выше брака, уже после рукоположения в священный сан вступить в брак нельзя. Факт четвертый. Безбрачную жизнь, согласно правилам Православной Церкви, обязан вести лишь епископ. Причем по обычаю Русской Православной Церкви епископ всегда монах, хотя, согласно канонам, это не является необходимым. Соответственно, епископы выбираются из тех священников, которые не имеют семьи, например, вдовцы, или являются монахами. Факт пятый. Священником человек становится на всю жизнь и является таковым как и во время исполнения своих обязанностей, так и в любое другое время. Из священства нельзя уволиться, как, например, можно уволиться из каких-то светских профессий. Но бывает, что священника могут лишить права исполнения его обязанностей или на время, или даже навсегда. Чаще всего это бывает связано с тем, что у священника возникли какие-то канонические препятствия к его служению. Но в целом священником становится раз и навсегда, и даже когда по состоянию возраста или здоровья священник уходит за штат, он остается священником. Зеленым по лесам, веря птичьим голосам, ты идешь по краю вещих снов. Ты не знаешь, где твоя любовь. Ты идешь по краю вещих снов. Знаешь, где твоя любовь? Напоет тебе река, что печаль твоя легка. Слышишь, голос мой тебя зовет. Знаешь, тот, кто любит, не умрет. Слышишь, голос мой тебя зовет. Знаешь, тот, кто любит, не умрет. Твоя любовь. Ты идешь по краю вещих снов. Ты узнаешь, где твоя любовь. Дорогие друзья, в программе «Дорога к храму» снова рубрика «Непридуманные истории». И мы сегодня погружаемся в непридуманную историю группы «Кукубаритон». Встречаем сегодня с нами в студии Нина Резник
и Кирилл Розанов, замечательные музыканты этого коллектива. Группа «Кукубаритон». Интересное название. Наверняка все, кто с вами беседует, спрашивают об этом названии, как оно родилось, что оно означает. И мы не будем исключением. Тоже спросим, поинтересуемся. Что за название? Расскажите. Ну, я коротко расскажу, потому что история довольно длинная. Дело в том, что мы когда-то назывались «Кукушкин баритон». И «Кукубаритон» — это сокращенное название, ну, для того, чтобы было легче произносить, писать. И дело в том, что наше жанровое своеобразие, так скажем, расширилось, потому что раньше мы играли, так скажем, ближе к фолку, такому прямо узкому понятию фолка, да, стилистически. Сейчас мы немножко расширили наши жанровые границы, поэтому мы теперь «Кукубаритон». А назывались мы «Кукушкин баритон», потому что, когда мы задумались о названии группы, у нас было много вариантов, и, конечно же, были споры, но как-то раз на репетиционной базе мы увидели надпись на пюпитре. Это был пюпитр старого образца из оркестра Лундстрома, как нам сказали. Может быть, обманули, не знаю. Вот. И на нем было написано «Кукушкин», а в скобках «баритон». Выяснилось, что подписывал, значит, музыкант свой пюпитр и написал фамилию и название инструмента — саксофон-баритон. Интересно. Мы посмотрели на это и решили, что это название нам как бы свыше дали. «Кукушкин баритон», типа, не спорьте, вот вам название. Да-да-да, вот. Очень Но мы довольно здорово. Долго, да, мы довольно долго существовали с этим названием и даже выпустили несколько альбомов. Но сейчас вот мы «Кукубаритон». Здорово. Мы уже услышали первую композицию музыкальную. Как эта песня называлась? Она называлась «Где твоя любовь?». Угу. Да, и, в общем-то, написана она по мотивам легенды ирландской, как девушка влюбилась в одного юношу, по-моему, это был король эльфов, но он ее отверг, а потом она, значит, она ушла, легла в пещеру и умерла, ну, как спящая красавица. Умерла, уснула. И он, опомнившись, пошел ее искать и нашел, поцеловал, она воскресла. И они, значит, стали жить долго и счастливо. Вот такая вот история. Отличная история, отличная песня. Ну что же, хочется несколько услышать слов вообще о вашей истории, истории музыкального коллектива, когда вы этим стали заниматься, почему вы этим стали заниматься, и вообще с музыкой, какие у вас взаимоотношения, вот, что вы скажете? Ой, тоже такая довольно долгая история, ну ладно, тоже вкратце. Хотя очень хочется рассказать подробности. Суть в том, что ко мне стали приходить песни, ну вообще я давно пишу, лет с 14-15 песни, но никогда не играла их на публике. Ну вы как учились в какой-то музыкальной школе, что-то? Ну я занималась во Дворце пионеров, тогда были такие Дворцы пионеров, на студии аккомпанементной гитары. То есть там ничего сложного, просто вот учили аккордами играть любимые песни. Вот тогда в том числе и патриотически, потому что мы были все пионеры-комсомольцы, надо было выступать на всяких мероприятиях. Вот. Но помимо этого мы, конечно, играли разную другую рок-музыку. Вот. И песни я какое-то время долго потом не писала, и уже взрослая, будучи там за 30, я вдруг поняла, что ко мне стали приходить еще какие-то песни, новые совершенно, которые я сыграть на гитаре не могу. Ну, что такое полуджаз, непонятно что. Вот, я их стала записывать на диктофон и параллельно думать, что надо найти музыкантов. И вот случайно, как обычно, случайности не случайны, я увидела в кафе, как Кирилл играет еще с двумя музыкантами джазовыми. Они играли такую тоже самобытную инструментальную музыку. Я познакомилась. Год мы переписывались. Я им присылала материал. Ну вот, и потом мы сколотили группу. Кирилл у нас ответственный за ритм-секцию, скажем так, да, и барабаны, да. И всякие там ударные тоже. Да, и барабаны, и кахон, и любые перкуссионные инструменты. Более того, он художественный руководитель, и вообще он создатель группы, можно сказать, потому что без него бы ничего не произошло. Он привел музыкантов первых, вот, и так мы стали существовать. Самых истоков тоже. Да, стоял, да, да, да. Ну, здорово. И дальше начались какие-то записи, концерты. Вот. Да. И сейчас группа «Кукубаритон» у нас активно звучит и на радио «Вера». Вот. И недавно в нашем видновском Болгачине мы проводили фестиваль «Троица», приуроченный к празднику «Троица» поселка Володарского, храм святителя Николая. Вот. И вы там тоже выступали. Как вы туда попали? Какие песни вы там играли? Расскажите. Так, а как мы туда попали? Да. Нас отец Максим позвал. А откуда нас Максим знает? Толгата. Да, вот такая как бы тесен музыкальный мир. Цепь, да. В общем, мы подружились с прекрасным музыкантом Толгатом Хасеновым, который нас познакомил с отцом Максимом. И, собственно, отец Максим нас позвал на прекрасный фестиваль «Троица». Да, зрители нашей программы отца Максима знают, как и моего соведущего.
который сегодня, к сожалению, не смог появиться на программе по состоянию здоровья, вот, но тоже планировал быть. И тоже, конечно, и зрители, и прихожане знают, что мы тоже с отцом Максимом вместе музыкой стараемся заниматься. И вот как бы всегда мы поговорку вот эту вспоминаем. Мир тесен, православный мир тесен, музыкальный мир еще теснее. Вот, и как-то... Ну, замечательно. И какие песни вы там играли? Я думаю, что мы даже одну композицию сегодня услышим в записи, видеозапись увидим, выступление на фестивале «Троица». Может быть, какая песня вот прозвучит в этой самой записи, вы нам скажете? Ну, мы услышали много советов, что хорошо бы поставить песню «Упаду», потому что она всем очень понравилась. Тем более, что эта песня, она такая необычная немножко для нашего репертуара. Дело в том, что мой сын занимается рэпом. Он уже взрослый, ему за 20, он занимается рэпом, что сейчас, в общем-то, не редкость. Да, вот. И я попросила его написать к этой песне фрагмент. Вот. Он написал и даже несколько раз с нами на концертах выступил. Так что все очень ждут, кстати, когда он опять с нами будет выступать. Зовут его «Физик Жора». О, интересно. Вот, да, так что и очень эта песня нравится. Она и глубокая, как нам сказали. Ну, мне сложно говорить, потому что я сама тексты пишу, насколько она глубокая. Но люди считывают те смыслы, которые туда вкладываю, и даже находят новые, что очень приятно. Ну, здорово. Ну, мы, пожалуй, сейчас как раз эту песню и увидим, и послушаем. Только белое поле, на котором две точки, что поставлены рядом. Ты и я, словно двери, на границе дыхания. Ты и я, словно гости, словно вечные гости. Никуда не уходим, и прощаться не нужно. Помнишь, как раньше по нему гуляли, понимая то, что чувство враг фальши. А ты, став падшим ангелом, вела по этим тропам сквозь бренный луг дальше. Мы стали старше, да, верно, но знаешь, я верю, что сохранили мы способность нас верить, как в нелепую мечту, даже спустя время. Совсем забыл уже дорогу назад, заблудившись там в огромных глазах. Ты спросишь, почему все и зачем так нахлынула, я отвечу, предначертано было нам. Даже птицы наши вниз падут, упавшие в листья, скажут, снится. Может быть, другим у вас же было неизбежно и должно случиться. Что поставлены рядом. Ты и я словно гости, никуда не уходим, и прощаться не нужно. Спасибо!
Ну, возвращаемся к нашей беседе, к нашему диалогу. Вот, как мы сказали, радио «Вера», известная радиостанция, вы на ней звучите. Соответственно, как вы сказали, люди считывают какие-то смыслы глубокие, да, и сама радиостанция нашла возможным песни вот вашей группы включать тематически вот, в свою ротацию. Как вы вообще соприкасаетесь с темой духовности, веры? Это как-то специально или не специально? Или это связано с каким-то вашим личным путем? Путем, может, там, или выцерковления, или, в принципе, веры? Может быть, что-то вы об этом нам скажете? Да, я, в общем-то, выцерковляюсь. Не могу сказать, что я прям выцерковленный. И не знаю, редко, мне кажется, кто скажет. Угу. Мне кажется, это процесс бесконечный. Ну, да. Вот. Но дело в том, что я в церковь пришла вообще уже в юности. Лет мне было 15, когда мы заинтересовались еще в советское время. Вот. Мы жили в центре, и вот попали с подружкой, значит, в церковь. Случайно зашли. Вот. И я стала, ну, так сказать, проникать в глубины, пытаться понять. Вот. Но покрестилась я уже в взрослом возрасте, лет мне было 25. Я сама поехала, покрестилась в этот же храм, где я, собственно, познакомилась куда с православием. Ходили, туда же, да. Ходили, да. Вот. И потом, вот, потихоньку-потихоньку, ну, Бог меня вел, как бы вот по вот этой тропе, потихоньку-потихоньку я все больше и больше узнавала. Вот, тем более, что я живу в Крылатском, у нас храм Рождества Богородицы, где прекрасный был настоятель отец Георгий Бриев, который, в общем, тоже нас и благословлял на игру, на выступление в этом храме. Ну, в общем, познакомились с множеством разных священников, собственно говоря, через радио «Вера», потому что мы там познакомились, да, и подружились с множеством разных священников и даже с одним владыкой. Наверное, владык Феоктист, наверное. Да, 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 он потом стал владыкой, но мы с ним познакомились, когда он еще не был владыкой, в общем, да. И радио «Вера», да, это наш такой прям очень, ну, как бы большой друг, так скажем. Мы очень близки и с людьми, которые там работают, и вообще и с той музыкальной политикой, что нам очень важно, которую они проводят. Ну и вообще, мне кажется, все программы замечательные. Вот так вот мы дружим и участвуем в разных мероприятиях. Ну да, замечательно. Такой вопрос у нас есть. Мы немножко перефразировали с отцом Максимом классика, задавая этот вопрос, да, известный вопрос, он иногда звучит в интервью, что вы скажете, оказавшись перед Богом, но он как бы проистекает из какого-то будущего, вот там я оказался, скорее всего, это там когда-то уже, когда мы перешагиваем известный порог жизни и смерти, да, но мы вот как бы его перенесли немножко по-другому в нашу студию. Что вы сказали бы Богу сейчас? Или Бог, окажись перед вами, или вы перед Богом вот в настоящий момент? Ну, понятное дело, что никто не может предугадать, что скажет душа, да, как она откликнется на такое потрясающее событие. Ну, во-первых, конечно же, спасибо. Просто это... Вот. И, знаете, сразу мне вспомнился случай, когда Петру, да, когда он увидел Моисея и Илью, говорящих с Христом, да, вот, преображение, когда он сказал, хорошо нам здесь быть, да, вот, мне кажется, такое вот ощущение, что хорошо мне быть рядом с Богом, и, может быть, останемся как-то вот в этом состоянии теперь уже вечности. Наверное, так. Ну да. Творчество помогает вам жить? Вот, как сказать правильно, жить, себя ощущать в этом мире? Да вот сложно сказать, помогает ли, потому что оно неотделимо. То есть нельзя сказать, что что-то помогает. Это постоянное состояние. Вот. Мы все время в процессе, как, знаете, некоторые говорят, в потоке. Ну да. Вот даже когда ты просто гуляешь, когда ты просто общаешься, все равно параллельно ты, ну, впитываешь, это параллельно идет в багаж к нашему творчеству, к жизни группы. Какое-то логичное продолжение жизни. Да, есть, да. Так. Это часть просто такой вот неотделимая. Это как вот семейная жизнь. Вот мы с Кириллом, муж и жена, мы и живем вместе, и творим вместе, и все делаем вместе. Поэтому. Значит, вот так вот. Да. Здорово. Я, кстати, не знал, что вы в браке. А вот. Так, наверное, интереснее. Очень интересно. Да, да, да. Хорошо. Вот, ну, мы еще с вами обязательно в финале нашей беседы послушаем музыкальную композицию. Перед этим, может быть, вы скажете и о композиции, которая в конце прозвучит, и, в принципе, о своих творческих планах, как то, например, какие-то выступления, концерты или записи грядущие. Вот расскажите об этом. Мы
сейчас ушли в музыкальное лето фестивальное, да, то есть таких прям концертов сольных пока не предвидится. Единственное, что мы поедем на фестиваль, на Грушинский фестиваль, известный всем, и мы поедем на фестиваль в наш любимый Переславль-Залесский. Там тоже будет фестиваль счастливых людей, и вот там мы тоже выступим, это будет в августе. А также у нас уже готов новый сингл, который выйдет, скорее всего, летом, да, Кир, наверное, в июле или в августе, вот как будет уже последние штрихи доделаны. Он называется «В городе вода». Как пошутил наш гитарист, это для тех, у кого воду отключили, а потом включили. Очень радостное событие «В городе вода». Ну, он такой посвящен лету, воспоминанию, памяти о любви и так далее. Такой очень лиричный тоже будет трек. Ну и, конечно же, будет большой сольный концерт в сентябре или начале октября, где мы готовим новые песни. Так что всех зовем. Где можно следить за информацией о вашем творчестве? Это какие-то сайты? Что это? Все соцсети, которые есть, существуют, мы в них пребываем. Вот, обычно в основном сейчас ВКонтакте, но есть и в остальных тоже мы. Вот. И у нас есть свой сайт, который тоже есть, ссылка на который есть в соцсетях. Здорово. Мы стараемся его вести, да, тоже. Немножко возвращаясь в сердцевину нашего разговора. Вот вы поиграли на нашем фестивале «Троица». Понравилось ли вам? О, что понравилось? Прекрасно. Что вам понравилось? Вы знаете, нам понравилось все. То есть нам понравились те люди, которые выходили на сцену. Потрясающие, вот просто действительно очень открытые, очень музыкальные, все разнообразные, все самобытные. То есть такой подбор музыкантов интересный тоже был. Очень интересно было послушать, посмотреть. Вот. И, конечно же, мы не ожидали, что такая дружная просто паства придет, да, и вот все зрители, даже не только паства, приехали из Москвы, да, и, так сказать, вот люди, и даже наши поклонники некоторые приехали специально посмотреть, тоже были в восторге. И от организации праздника, то, как относились к людям, как вот все это, какой был звук. В общем, это очень хороший профессиональный фестиваль, очень было приятно. В общем, надо нам продолжать в этом направлении. Обязательно. Обязательно, тем более, что сейчас именно такого формата фестиваля маловато. Ну, то есть есть, допустим, один большой мультифестиваль, мультиформатный, там, «Дикая мята», например, да? Но именно вот в сторону такой вот глубокой философской лирики, да, и таких именно музыкальных, может быть, экспериментов, или даже, может быть, традиционной музыки, но связанные не обязательно с православием, но связанные именно с духовной жизнью. Вот такого уровня фестиваля у нас мало. Ясно. Ну и прозвучит песня. «Если мне темно». В этой песне, конечно же, есть отсылка к диалогу с Богом, но я никогда в своих песнях слово «Бог» не употребляю. Вот. Мне кажется, ну, это мне как бы не свойственно постоянно об этом говорить, но в этой песне заложен этот смысл, что «если мне темно». Наверное, чтобы каждый мог что-то найти для себя, независимо от своего духовного уровня. Да. Вот. Ну что же, дорогие друзья, с нами была группа «Ку-ку-баритон». Замечательные наши гости Нина Резник и Кирилл Розанов. Кирилл совсем согласен прозвучавшим в нашем эфире. А теперь мы послушаем песню «Если мне темно».
Дорогие друзья, с вами была программа «Дорога к храму». Теперь мы с вами увидимся в сентябре. Желаю вам замечательных летних каникул. Всего вам доброго.